Я думаю, что это извечная проблема России. Это было и в царское время, и в советское время. Да, действительно, элита российская, вернее, русская элита, она заинтересована в физическом расширении. Вот такой экспансионизм, экстенсивное развитие. А они абсолютно не уделяют внимания развитию вот этих вот территорий, которые они приобретают. А со временем это может привести только к тому, что эти территории как бы они отпадут, потому что нет соответствующей заботы об этих территориях. И это мы видим хорошо на примере национальных языков.